Друзья, всем привет! На связи Лилия Донскова. И это видео будет о системе работы, о системе обучения в нашей команде Siberian Wellness. Очень многие предприниматели MLM мечтают об идеальной системе, чтобы приходили новички, и у них был легкий запуск, чтобы с первого месяца работы новички уже зарабатывали первые деньги, хотя бы 5-10 тысяч. А еще лучше, если больше. Так вот, очень многое зависит от нескольких факторов. Это сама компания, методы работы и система обучения. Особенно если человек пришел совершенно с нуля, то ему нужно все разложить по полочкам. И я вам сейчас покажу, как внутри команды устроено обучение. Я знаю, что многие хотят это увидеть, а кое-кто мне даже написал и попросился подглянуть одним глазиком. Да, такое тоже возможно. И если вам действительно интересно, пишите, пообщаемся, и я вам дам доступ. Может быть, не обещаю на 100%. Итак, все обучение происходит на вот такой платформе «Век роста», включатель называется обучение. И когда вы только сюда заходите, вам открыто обучение от спонсоров, знакомство с компанией и 12 скиллов для прорыва. Давайте посмотрим, что такое знакомство с компанией. То есть здесь идут 10 уроков, то есть здесь досье, почему стоит узнать, и возможности компании в трех картинках. На чем зарабатываем? Коротко о продукции. Откуда все берется? Производство. Президент компании. Познакомимся. Несколько штрихов до полной картины. Что это за компания? Про деньги. Простой способ прикинуть доходы. Когда партнер делает чуть больше, быстрее, лучше. Какие бонусы он получает? Бонусы, которые вы получите неизбежно. И самый главный секрет этого блока. То есть, когда вы все проходите, то вы переходите к следующему заданию. Это 12 скиллов прорыва. Открываем обучение. И здесь у нас идут 12 уроков, 12 скиллов. Их нужно все просмотреть, особенно если вы новичок, чтобы вы в принципе поняли, как быстро стартовать в сетевом маркетинге. То есть проходите все эти скиллы, они коротенькие. Вот если я открою, да, например, такой тут небольшой текст и небольшой ролик, буквально на сколько? На 4 минутки. То есть вы нажимаете «Завершить» и попадаете в следующий урок. Далее, когда вы прошли два первых блока, это можно сделать буквально за пару-тройку часов, мне кажется, я очень быстро прошла, то мы нажимаем здесь, то есть мы пишем наставнику, нам дают доступ к стартовому обучению. Мы нажимаем «Подключенные», и нам добавляется стартовый курс. Что в этом курсе? Здесь 10 уроков, после которого вы получаете сертификат. То есть вводный курс, преимущества, как компания ускоряет наш результат, маркетинг-план. Далее, как получить от компании еще больше бонусов по быстрому старту. Как устроена система. Включатель 4 стратегии работы. То есть нужно будет выбрать одну какую-то стратегию, потому что доступ получаем только к одной стратегии, чтобы не было расфокусировки. Маршрутный лист заполняем, то есть это план на год, как мы будем достигать цели. Обучение, как сделать 200 баллов легко. Последние штрихи, и далее мы получаем сертификат. Кстати, я его получила, и после этого добавился такой урок. Давайте заглянем вместе, что здесь. А, ну да, здесь нужно нажать на «Получить сертификат». Вот так вот мы нажимаем. Но я его уже получила. Бот сделает сертификат. Слушайте, классно. Но это уже потом за кадром посмотрю. Так, что я вам все показала. Так, сейчас, секунду, вернусь. Вот, я вам показала. Но это тоже еще не все. Когда мы выбрали свою стратегию, то нам дается доступ. Я нажимаю «Подключенное», и у меня есть активатор соцсетей в MLM. Я выбрала вторую стратегию, потому что соцсети для меня это самое понятное и то, чем я уже занимаюсь, и я просто здесь усилю новыми знаниями, что нужно делать. Итак, вводный фундамент, психология принятия решений, то есть как клиенты принимают решения или потенциальные кандидаты, система привлечения партнеров, целевая аудитория. Сейчас я как раз нахожусь на 7-м уроке «Преимущества нашего бизнес-предложения». Я учусь, я, как и вы, тоже сейчас новичок. Модуль «Упаковка, выбор», социальной сети «Упаковка, визуал», далее
Уж покажу вам все темы, чтобы вы понимали. Форматы контента, алгоритмы, контентная воронка, посты, как проводить диалоги, три способа вовлечь людей в диалог. Оформляем тап-линк, сторис как сериал, пошаговый план сторис на день, идеи для прорыва, сторис для прогрева. Reels – основа правил публикации, продвижение Reels. Но это больше для тех, кто Instagram ведет, хотя я думаю, что я тоже Instagram буду вести далее. Контент-план, как грамотно провести прямой эфир, продвижение, хэштеги, партизанские, маркетинг, рекламу у блогера, взаимный пиар, кнопка «Продвигать», сервисы, телеграм-канал и итоги. И еще я вам могу сказать, что здесь есть обучение по таргету. То есть, если хочется самостоятельно настроить рекламу, то здесь это тоже можно будет сделать совершенно бесплатно. Так что, ребят, если интересно и хотите уже не просто наблюдать, а быть частью этой команды, расти вместе, достигать новых результатов, новых званий, welcome. Ссылка на регистрацию будет под этим видео. Или пишите в Telegram, WhatsApp. Телефон мой есть, как со мной связаться. Задавайте вопросы. Потому что наверняка у вас есть вопросы, может быть, что-то непонятно. Либо вам нужно больше информации, чтобы принять взвешенное решение. Все в ваших руках. Спасибо за внимание. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.